Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как всегда, несколько тем. Поговорим о том, что было интересного в стране, в регионе и, конечно же, в нашем городе-герое. В календаре этой недели мрачная дата – 22 июня. В этот день, 70 лет тому назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Я говорю об этом для того, чтобы меня услышала молодежь, которая должна знать историю, должна понимать, что знание истории делает человека гражданином. К сожалению, к становлению фашистского режима в Германии, надо сказать, приложило руку и руководство Советского Союза. Достаточно вспомнить, что в 1933 году первыми, кто признали фашистскую власть Гитлера во главе с Гитлером в Германии, был Советский Союз и Ватикан. Надо помнить, что втайне от всего мира на территории Советского Союза готовили немецких танкистов, летчиков, артиллеристов, саперов и химиков. В 1940 году гнали в Германию эшелоны с зерном, стратегическими материалами. Вы знаете, вот в этом году, в 1940-м, вот в мире добыча нефти была так распределена. Соединенные Штаты Америки добывали 160 миллионов тонн, СССР 30 миллионов тонн, Иран 10 и Румыния 5 миллионов тонн. Германия всего 300 тысяч тонн вот этого стратегического сырья нефти. Но мы им посылали нефть. Мы посылали им нефть эшелонами. И, конечно же, они получали от нас это горючее для своих танков и самолетов, которые на рассвете 22 июня обрушились всей мощью на нас. Долгие годы существовал миф о внезапности нападения на Советский Союз. Это было не так, потому что 22 июня были вручены соответствующие документы послу СССР в Германии Деканозову, и здесь Молотов в Москве получил от посла Германии соответствующий меморандум о причинах нападения Германии на Советский Союз. В 1942 году была создана комиссия очень серьезная, ответственная, которая должна была изучить историю Великой Отечественной войны, и она готовила, а в 1945 году эту комиссию ликвидировали за ненадобностью. И вот что по поводу вот истории и отношения к началу войны и к войне, что написал в свое время, я считаю, выдающийся русский советский писатель Виктор Астафьев, который всю войну прошел солдатом, был ранен, он инвалид Великой Отечественной войны. Вот он написал, когда он увидел 12-томную историю Великой Отечественной войны, он написал: «Вся 12-томная история Великой Отечественной войны создана для того, чтобы исказить историю войны, для того, чтобы спрятать концы в воду, держать и далее наш народ в неведении относительно наших потерь в ходе войны, особенно начального ее периода». А начало войны было действительно очень трагическим. Ну, во-первых, около 4 миллионов попавших в плен и без вести пропавших. Кстати, пленные наши, советские, они к зиме уже, к ноябрю, к декабрю 1941 года стали массово умирать от голода и холода в лагерях фашистских. В общем-то, к началу 1942 года кадровая советская армия была на голову разбита, и это надо понимать. И тогда на защиту своей родины поднялся весь народ. Помните, плакат был, он часто тиражируется, иллюстрирует начало войны. Плакат «Родина-мать зовет». Пожилая женщина зовет на бой с фашистами. Этот плакат написал художник Ираклий Таидзе. И вот он как бы через всю войну прошел и действительно оказывал огромное влияние на людей. И вы знаете, именно народ сломал хребет фашистам. Надо сказать, что Великая Отечественная война стала для России как бы народообразующим фактором. Вот она-то, эта война, и создала такую общность, как советский народ, на долю которого, конечно же, выпали неимоверные страдания в годы войны. Вот я сейчас, когда думаю о войне,
о победе нашего народа. Я думаю, а за какую страну погибли вот деды, прадеды, отцы тех, кто еще сегодня живет? За какую страну они погибли? Вот за сегодняшнюю, что ли? За страну негодяев, богачей, которые обворовали народ? За страну политических лицедеев, которые сегодня влезли во власть? За них обидно. И за державу обидно. А что же наша страна Украина? Тут как бы надо такую какую-то рубрику сделать. Мысли вслух. Вот Ющенко вдруг проявился, прорезался. И говорит, что вот самая большая стратегическая ошибка его была Юлия Тимошенко. И он дальше говорит, Ющенко: если бы у меня был партнер идеологический, украинский, готовый к пожертвованию. Слушай, Ющенко, сколько можно быть уже готовым к пожертвованию? Сколько можно жертвовать, да? И во имя чего должны жертвовать люди? И во имя кого? И далее продолжает Ющенко: немудрая политика Симоненко расколола демократов. И даже немудрая политика партии регионов. Оказывается, у партии регионов, как считает Ющенко, политика мудрая. В общем, сдал он Юльку, чтобы лизнуть партийную попку регионалам. Это факт очевидный. Я хочу сказать, Ющенко, да если б не Юлия Тимошенко, не видать тебе президентства, как своих ушей без зеркала. Потому что именно она сделала Ющенко президентом. Она шла в бой, она сделала Майдан, и Ющенко стал президентом. И где же их благодарность? Вы знаете, есть городские сумасшедшие, город с деревней по нескольким параметрам отличается. Так вот, в городе есть городские сумасшедшие, а в сельской местности это деревенские дурачки. Вот один из них и был президентом нашей страны. Целых 5 лет. Тут опять же этот премьер-министр Азаров, на мой взгляд, совершенно бездарнейшая личность, вот он высказал очень несколько, на его взгляд, здравых мыслей. Во-первых, он сказал так: мы должны с вами головой думать. И дальше он сказал: да, не просто живется людям, но попробуйте подняться со дна. Ну, слава Богу, что он уже наконец-то узнал, что людям живется непросто. Ну, и у меня и вопрос в связи с тем, вот, мы должны с вами головой думать. А чем он думал раньше, все это время, до принятия решения думать головой? В общем-то, по результатам деятельности правительства Азарова, я начинаю догадываться, чем они там все думают. Любопытная информация. Регионалам не нравится, что народу рассказали об их миллионах. В чем ситуация? Значит, вот там рейтинг топ-100 самых богатых украинцев. Из 100 самых богатых украинцев насчитывается 25 регионалов. И вот тут депутат Вадим Колесниченко заявил: да вы что, это все неправда. Я, кстати, уже рассказывал о Колесниченко. Это, если вы помните, такой вечно улыбчивый московский халуёк. Если творчески подходить вот к оценке его личности, мне кажется, что у него очень хорошая кинематографическая внешность, у Колесниченко. Я думаю, что он с успехом бы сыграл роль какого-нибудь фашистского полицая в годы оккупации. Ну, это если подходить творчески. Так вот, этот Колесниченко говорит, что рейтинг, опубликованный в какое-либо издание, не является официальной позицией. Только является позиция, констатация факта налоговой администрации. Ребята, Колесниченко, ты что, нас за кого-то нам сдерживаешь? Мы что, не знаем, на ком все ваши богатства? На бабушках, дедушках, дядях, тетях, племянниках. У вас ничего нет. Только у ваших родственников есть. И еще он говорит, рассмеялся в ответ, комментируя подсчеты, что, значит, 32 миллиарда у всех богачей, известных партий регионов, он рассмеялся в ответ: это же чистая политическая заказуха. Понимаете, как он так бодренько. Меня интересует один вопрос. А сам Колесниченко? Вадик, ты уже собрал 10 миллионов? Я сейчас объясню, на что. По данным ТСН, цена изменилась. Проходное место во фракции партии регионов в следующих выборах будет стоить
не 5 миллионов долларов, как в предыдущих, а уже 10, два раза больше. Составляются списочки, значит, вице-премьер Андрей Клюев составляет, там ставит крестики, нолики, и этот список в дальнейшем будет показан Виктору Федоровичу, и он его уже окончательно утвердит. 10 миллионов долларов стоит место в Верховной Раде в списке партий регионов. Это примерно 80 миллионов гривен. У меня во дворе есть соседка, я с ней часто беседую, она рассказывает о житии, бытие своем, спрашивает, как там будет дальше. Она пенсионерка, и пенсия у нее 850 гривен. Я когда узнал про эти 10 миллионов, 80 миллионов гривен, которые нужно дать, чтобы попасть в Верховную Раду по списку партий регионов, я подумал, а ведь у моей соседки есть тоже перспектива с ее 850 гривнями пенсии. Если она, так сказать, не будет их тратить, то через 7800 лет она сможет собрать сумму и тоже попасть в Верховную Раду. Это я для пенсионера говорю. Вы возьмите карандаш и подсчитайте, что с вами делает вот эта власть. А то вы все кричите, им так тяжело, надо им помочь. Помогайте. Скандал в Верховной Раде. Там, значит, охрана хотела кого-то не пропустить, сказала, покажите документы, те стали толкать охранников. Депутаты. Два. Их два. Один Стойко, второй Задырко. Ну, понятно. И Литвин возмутился, что ж вы их толкаете? Да, еще депутаты там, лексика у них была ненормативная, они оскорбляли этих ребят, которые стоят там, охраняют. И Литвин предложил, вы, значит, он призвал депутатов вести себя достойно на людях. Очень смешная поправка, на людях вести. Без людей там как хотите. И он говорит, Литвин, я говорю депутатам, оставьте эти слова своим родным и близким. То есть Литвин понимает, что из себя представляют не только депутаты, но и их родные и близкие. Ну, может быть, он и прав. Еще одна новость замечательная в нашей стране. Значит, принимается решение об амнистии. Хотя я должен сказать, что во многих развитых странах, например, в законодательстве нету такого даже понятия, как амнистия. Ну, в частности, в Англии, например. Нет, тут все. Будем всех выпускать. Ну, не всех, конечно. И в случае вступления в силу принятого закона об амнистии на свободу выйдет 10 тысяч человек. Милиция не может с теми, кто сейчас есть на свободе, справиться. Еще 10 тысяч человек. В общем, как в кино. Нет вам отсюда дороги, суд да тюрьма. Почему нет? Потому что вы вошли в конфликт с властью. Власть нам амнистию дала. Нам все списали. И еще спишут. Итак, наш регион. Начальник отдела по делам миграции, миграционной службы в Одесской области, сообщил абсолютно замечательное известие. Значит, у них там есть пробный проект по заселению Одесской области. Причем заселять они Одесскую область хотят в основном в Котовском районе, пока наметили. Кем? Беженцами из Африки и Сирии. Вот вы вдумаетесь, кто сюда прибудет из Африки и Сирии. Вы знаете, я даже, они же там в Котовском районе не задержатся, они же только легализуются и сразу город-герой, ближе к морю, все. Я даже не хочу комментировать тот кошмар, который ожидает наш город вот, в связи с этими мероприятиями. Лучше давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Например, вот недавно день медработника. Это замечательная профессия. Я хочу поздравить всех медработников вообще, но и некоторых в частности. Я знаком со многими, и я считаю, что есть прекрасные, замечательные врачи. И я их сейчас назову, и я их поздравляю. Я поздравляю Владимира Амосова, замечательного врача, супругов Андреевских, Игоря Вратинского, Аркадия Врубеля, супругов Венгер, муж и жена врачи, Екатерину Ефремову, детского врача замечательного, Ольгу Крупник,
прекрасного невропатолога, Александра Попова, Аллу Прохорову, Андрея Самойленко, очень талантливого, подающего надежды врача, Елену Якименко, Венера Якупова и многих других, которых я не могу в силу обстоятельств и времени назвать, но которых помню, люблю и очень уважаю за их труд. Есть еще специалисты в Одессе. Есть. Их мало. Но они еще есть пока. И, конечно же, я поздравляю замечательных медсестер, замечательных нянечек, санитара, которые за гроши работают практически. Там косту себе помещал им повысить, но, как всегда, обманул. Я вас всех поздравляю, друзья. Я понимаю, насколько ответственный и тяжелый ваш труд. И я вам желаю всего сердца здоровья и благополучия. В Одессе, конечно же, все на нерве. У нас все время этот Петрушка, который работает временно мэром Одессы, он сообщил на заседании исполкома следующее. «Меня бесит повторять одно и то же 3 раза. Животные это быстрее понимают. Я жду не сказки Пушкина, а конкретные изменения». То есть, другими словами, животные быстрее понимают, чем соратники и чиновники, которые работают вместе с Костасем. Ну, Леша, тебе виднее. Еще один момент очень важный. Я когда-то в одной из передач говорил, ребята, придет новая власть, вот этого Пегородына, там вот эти вот, вся эта псюрня. С вами никто разговаривать не будет нормально. Будете звонить там, а у нас то-то-то, вот так, повесь трубку, а то сейчас приедем, надаем по башке. Битами, бейсбольными, это их герб. Вот есть такая депутат от ОПГ Радына Наполова. Вы ее помните. Она в платочке все время с мужем. Они из Черноморки все время против Гурвица там голос поднимали. Непонятно, почему он им мешал. Но я понимаю, почему. Все время они там бунтовали, их заметили в Радыне, к нам, будьте любезны, они стали депутатами. Она стала депутатом. И вот она как-то по старой привычке вдруг увидела, что там в Черноморке непорядок, ломают остановку какую-то, здание, что-то другое строят. Она им там замечание сделали. В общем, короче, ей сказали так, вали отсюда. Она говорит, как? Я депутат, да я сейчас. Ей говорят, послушай, да у нас депутат Казарновский наш адвокат. Приезжает Казарновский и говорит ей, ты кто такая? Она говорит, как, вы не узнаете меня, Александр Львович? Да я же Людмила Наполова, депутат, член нашей фракции. Он ей говорит, так, свободно, запомни, или тебя менты упакуют, или эти рабочие сейчас по башке дают. Короче, закончилась вся история тем, что она получила по башке, у нее сотрясение мозга, муж в больнице, она в больнице. Госпожа Наполова, это же ваши, с партии Радына. Это ваши методы, это ваши друзья. Поэтому не надо тут так сильно жаловаться. Надо отметить одну странную тенденцию. Вот те средства массовой информации, которые под Марковым находятся, под Радыной, там АТВ, Ревизор, Таймер, они ничего не сообщают об избиении Наполовой, как будто и не было. Ну, вы понимаете, почему. Определенный резонанс имеет задержание органами милиции, бывшего директора коммунального предприятия, представительства по коммунальной собственности Эдуарда Смолера. Вот его задержали. Я не могу сегодня сказать, в чем там причина. Я не в курсе событий, связанных со следствием. Но меня заинтересовал тот факт, что Костасев сказал, это его по нашей инициативе задержали. То есть я теперь понимаю, что милиция работает по подсказке Костасева. Поздравляю милицию. Здесь другой момент. Я хочу сказать Костасеву и всем остальным. Ребята, вы открыли ящик Пандоры. Понимаете, когда ушел Бадылан, пришел Гурвиц, никого не трогали. Потом ушел Гурвиц, пришел Бадылан, никого не трогали. Ушел Кучма, никого не трогали. Ушел тот, никого не трогали. Просто начинали работать по-новому, может быть, с новой командой. Нет, эти пришли, мы сейчас всех будем трогать. Потому что надо же как-то же объяснить свои провалы. Я хочу сказать Костасеву и всей этой псюрне и остальное. Ребята, сегодня к Смолеру предъявляют те же претензии, которые, когда придет другая власть, будут предъявлять к брату одной из жен Костасева, к
господину Позднякову, который сегодня сидит на месте Смоллера, вот руководит этим вот представительством по коммунальной собственности. Придут другие, ну и все, и будут делать то же самое. И вот сегодня там Луценко парится на нарах. Значит, я обращаюсь к министру внутренних дел Могилеву. Придут другие, там будешь сидеть. Сегодня там Тимошенко Юлю гоняют по прокуратурам, по судам. Я Азарову говорю, придут другие, ты будешь бегать по судам. Я хочу, чтобы вы это поняли. Ну и самое главное, что происходит в Одессе. Гурвиц бился, чтобы не отдать аэропорт. Ему обещали все. Деньги. Ему обещали, отдай аэропорт. Евро 212 будет. Отдай аэропорт. Мэром останешься. Отдай, только нам нужен. Не отдал. Так же, как и не разрушил памятник Екатерины. Когда Ющенко говорил, снеси памятник. Я тебе признавать не буду, если он останется. Сказал, нет, это история Одессы, памятник будет. Пришли эти и сразу продали аэропорт. Аэропорт это даже не торговый порт Одесский. Порт с его отчислениями, по сравнению с аэропортом, копейки. Аэропорт это основа бюджета города Одессы. Его взяли и без всякого конкурса, бесплатно отдали кому-то. И вот этот директор коммунального предприятия «Международный аэропорт», понимаете, он имеет наглость сообщить нам, его фамилия как его, Никитенко какой-то, не знал его и знать не хочу. Он заявляет, ну, нам там 100 миллионов надо на проведение полос взлетных. У нас там одна полоса, кстати, чтобы ты в курсе дела был, что у тебя в аэропорте одна полоса, а не полос. Ну и дальше он говорит, в сентябре этого года мы забьем первый колышек и начнем реконструкцию аэропорта. Возможно, его забьет лично Виктор Федорович Янукович. Значит, это не первый колышек будет. Это будет гвоздь в крышку гроба города Одессы. Чтобы вы это понимали. И я говорю вот этим незащищенным слоям населения, пенсионерам, инвалидам, там, льготчикам, вы это почувствуете. Вы это почувствуете на себе в первую очередь. Я говорил, говорю и буду говорить. Еще будете жалеть за Гурвица. Можете в этом даже не сомневаться. Особенно я обращаюсь к тем, кто голосовал за Костусева, а теперь говорит, нет, мы ошиблись. Или говорят, нет, мы за него не голосовали. На сегодня все. До встречи на КПП.